Подъезд номер 2. Здесь. Ты, мне кажется, не в ту сторону, просто дверь открываешь, Илюх. Это надо на себя. Здесь лестница целая. И то хорошо. Дверь еще прям 15-я. Угу. Да, модно. Смеситель. 10 рублей. Одна штука. Дорогой. Что там? Ничего хорошего. Доминошка у меня вот такая была тоже. О-о-о. Детская. Слушай, ну тут как будто в этом подъезде поцелее. Отсюда попозже, наверное, выбрались люди. Кошмар. Тут тоже, видишь, вот эти углы разбиты, я тебе говорю. Мы уже были в таких домах, короче, где вот так же вот разбито. А там могут жить люди. Под пол забираются. Мы встречали такого человека, который под полом живет. Поэтому в теории здесь под нами может быть чья-то, ну, типа нора. Жутко, конечно, об этом говорить, но у нас люди живут. Мы один раз вот так вот по заброшке тоже лазили. На другом районе. Нашли человека в такой норе, но он просто при нас прям выбрался оттуда. Говорит, да, я вот здесь живу, а там уже декабрь был, уже морозы. И посмотрели, видео посмотрел какой-то депутат местный. За ним съездили и вроде как его там куда-то пристроили. Поэтому от роликов иногда бывает польза от подобных. Клады по углам ищут. Или трубы срывают. Не знаю, я вот не знаю, зачем разбирать так углы. Вот, тоже дверь целая. Заходим. Пусто, пол пока не сняли. Тут типа двушка. Стены, видите, проломлены, туда проходы. Ну, это как раз трубы, наверное, снимали. Вот, смотрите, забавно, друзья. Здесь бумажки подготовили люди. Как в детстве. Туалетной бумагой не пользовались. Пошли на второй этаж. Лестница целая, и то хорошо. Какой-то что-то такое вообще. О, вот чердак. Полезешь? Нет. Да там пусто, скорее всего. Там одно птичье дерьмо. Больше там ничего не будет на этом чердаке. Не, может, я тебя уже вытащу. По суперлестнице. Да. Ух ты. Какие двери. Тут разбито. А, тут... Да, дверь высоченная вообще. Больше 2 метра. Пластинка. Пластинка, мелодия. Прям, скажем, не богато здесь по вещам. Все вытащили вообще. Абсолютно. А, о, еще пластиночки. Посмотрим, что слушали люди. В ожидании любви. Тухманов. Еще одна пластинка. Опа. Кто там у нас? Владимир Высоцкий. Сыновья уходят в бой. И еще одна совершенно пустая. Ну, тут тоже кто-то ночевал, видимо. Продолжаем осмотр. Еще у нас 2 квартиры. Это что такое? Какой-то шкаф. Не люблю закрытые двери в заброшках. Бесит они. На кухне пусто. О, пластиночки. Ну, короче, на этом этаже пластинки. Этаж с пластинками. Для вас, женщина. О, вот это прикольно. В мире много сказок. Что поет? Песня о сказке, ну погоди. А, ну понятно, все из мультиков. Такая вот еще.
Все, с Новым годом и мельница. Игорь Николаев. А только старая мельница крутится, вертится, правильно? Она же. Да. О, во, пластинка. Вот это забавно. Это из журнала «Кругозор». Но, во всяком случае, я в таком находил. «Голоса весеннего леса», часть 2. Игрушки елочные побитые. Так, еще одна квартира, да, у нас? Тоже дверь пока висит, но это ненадолго. О, тут тоже с витражами. Моднява, моднява. О, вот что редко находим, Илюх. Мы редко находим бобины. О. Так, тут снова пусто. Что ты решил в кладовку зайти? Книжку нашли. Что за книжка? Какой-то детектив русский. Не, а там вон банки прикольные. Вот это вот банка прикольная, вот черный с бустилатом. Это? Да, да, это клей какой-то из 90-х. Да.